Сейчас появилась возможность получить электронный дубликат СНИЛС в случае потери. Получение дубликата займет немного времени. Для этого потребуется полная регистрация на портале госуслуг. Для начала нужно будет зайти в свой личный кабинет на сайте пенсионного фонда, используя пароль от своей учетной записи с госуслуг. Далее выбрать раздел «Индивидуальный лицевой счет», нажать по вкладке «Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства» и затем на кнопку «Запросить». Также, если нажать на соответствующую отметку, то можно будет получить уведомление о готовности документа на электронную почту.